196 серия, Мурманск, Магадан, 19 день пути. В этой серии будет пройдено 47 километров. Несколько раз по дороге останавливался. Ну, вернее, начинается горная гряда. Места невероятной красоты, невероятной. Это вознаграждение за вот эти мытарства, за всю дорогу, наверное. Я сразу сделаю вставки, фотовставки перед началом горной гряды, потому что если снимать всю трассу, ну это больше 1000 километров горной гряды, но никакой пленки, ничего не хватит. Поэтому включил боковую камеру, чтобы заснять то, что происходит вокруг, какая красота. И эти ролики, эти фильмы, съемка на боковую камеру, буду проводить, уже буду обрабатывать, размещать после того, как завершится основная съемка, съемка на фронтальную видеокамеру. Проблемы, которые были с колесом, они не закончились, только начинаются. Вот, поэтому периодически выходил, проверял состояние колес, потому что кроме того, что раздолбал передний левый диск, где-то подхватил еще шурупы, который медленно, но уверенно, постоянно заставлял проверять давление. В общем, заднее правое колесо мне начинает барахлить, начинает хулиганить. Сразу опережая скажу, что из-за того, что колесо правое постоянно спускало, острая щебенка сделала несколько боковых порезов, которые не позволили в дальнейшем эту резину использовать. Ну, это будет позже, а сейчас пока смотрим, вот любуемся горным пейзажем.
120 лысым, пройдено 2 часа 35 минут движения, средняя скорость 50. Запас хода 570. Начинается перевал.
еще одна за мной идет. Хрен тут дождешься, когда будет чистый воздух. Thank you.
снимок гор. Так, скоро фотоаппарат разрядится. Зарядка оказалась, заряжать аккумулятор. Аккумуляторов один.
хорошо, блин.
Снимок сделал, заодно пропустил, чтобы